Здравствуйте. Здравствуйте. Вы одни? Да. Спасибо большое. Всего дороги. Непогода внесла коррективы в маршруты водителей. Из-за сильного снегопада трассы были перекрыты, а водители большегрузов были вынуждены оставаться на месте до улучшения погодных условий. По распоряжению главы нам были совместно с МЧС Республики Татарстан были развернуты пункты питания и обогрева. От перемычки от кольца Гульшарипова до перемычки Челнинской трассы порядка 200 машин настояло. В данный момент дорога открыта, машины потихоньку разъезжаются. Водителям раздавали горячее питание. Набор включал в себя гречневую кашу с мясом, воду, пироги и хлеб. Их выдавали на каждого человека в салоне. Спасибо вам большое. Пожарно-спасательный гарнизон, помимо горячего питания для водителей, организовал пункт обогрева. Рядом дежурил экипаж медицинской помощи. Также прошу всех водителей и жителей Альметьевского района на данное время приостановить движение, какие-то дальние поездки с учетом погодных условий. Водители простояли на дороге около 9 часов. После объявления об открытии трассы продолжили свой путь. Маргарита Трегубенко, Ильнур Залятов, Новости Юго-Востока.